Мільйони дівчат мріяли стати коханою жінкою найбажанішого холостяка країни. Але Іраклій Макацарія зробив свій вибір. Альона Лесик. І сьогодні моя професіон їде до них у київські апартаменти. Ексклюзивно у моя професіон. Дівушка-блонда приготує улюблену страву Іраклія Макацарія. Покаже, як досягти неперевершеного вигляду та стилю. Мені так подобається, коли мужчина одягнений. Та дізнається усі пікантні подробиці з життя молодої пари. Та й грала дома. Іраклій Макацарія, 31 рік. Кінопродюсер, народився у Батумі. Це чоловік, який буде відповідати за свої слова і поступки. Він настоящий грузин, тому що він такий... скажет, так все вздрогнули. Вот. Альона Лесик, 21 рік, модель, народилася у Харкові. Вона искренняя, вона відкрита, вона вот предана. Мужчина это очень ценят. Познайомилися на телевізійному проєкті, де з-поміж 30 дівчат Іраклій обрав Альону. Я уверена, что вам должно понравиться, но вы, Ален, можете попробовать открыть это. Давай. И посмотреть на мои старания, что-то конечно. Боже, конечно. Самое любимое блюдо Иракли – это аджарские хачапури. Конечно, я не могла не обратиться к специалисту, настоящему грузину, который научит меня готовить это удивительное блюдо. Георгий Адамашвили – шеф-повар грузинского ресторана. Досвід роботи – 20 років. Улюблений вислів. Головна приправа до кожної страви – це душа. Что у нас первое идет? Берем муку. Муку берем. Прямо вот на стол. Мы работаем вот прямо здесь. Все, отлично. 5 килограмм муки. Хачапурька на одного? Нет, это можно на 6. А, это такое прям большое. Аджарское, это же там, где яичко сверху. Да, ну на 6 хачапури это вот это килограмм муки пойдет. Делаем. Высыпаем муку, делаем дырочку-то. А зачем это делать? Ну, мы будем тесто замешивать. Обязательно берем молока. Молока. И водички. И водички. И одно яйцо. Угу. Яйцо разбиваем сразу. Да. И бросаем. Целиком, посередине. Да. А в молоко соль? Обязательно. Молоко, чтоб, соль. Чтобы и сахар, чтобы оно открылось хорошо. И дрожжи. Давайте уже сыпьте все. Хай полностью. Будет пышненько. Мы бросаем туда все и ждем, пока оно откроется. Ну, вообще, откроется, вы имеете в виду, пока все... Дрожь должен открыться. Сейчас будем его мешать потихонечку. Класс, никуда никто не утекает. Мы будем стараться, чтобы оно никуда не пошло. Оно может такое же и пойти, да? Ну да, если неправильно замешать тесто. У аджарского хачапури есть история. А, давайте, рассказывайте. Интересно, ну, что же там у них, как дела? Западная Грузия, как-никак Аджария, там море черное. И раньше они занимались рыболовством. Форму дали лодочки. А, поэтому? Да, обязательно. Ух и ты. Когда яйцо внутри, это типа солнышко в лодочке. Солнышко в лодочке. Боже, как красиво. Да. Тож з величезною любов'ю замішуємо тісто і кладемо його у миску. Добавляємо масло чуть-чуть. Ага, чуть-чуть. І перемішуємо тісто. Перемішуєте, і після воно стоїть собі і ждет. Обов'язково ми чекаємо, поки підніметься. І буквально за годину. Все, наше тісто підійшло. Да, отлично. Давайте ми його быстренько посмотрим, що з ним, і наконец-то сліпимо супер-аджарські хачапурі. Спеціально для Іраклі та Альони дівушка блонда вирішила зліпити хачапурі власноруч. Так, все, у мене вже ковчег вийшлося. Обов'язково. Клас. Так, треба швидко, поки воно не збіжалося. Не збіжить нікуди, не бойтесь. Візьміть сир і одну сторону вот так зажимаем. Этот сыр еще раз назовите, пожалуйста, на «и». По-и меритинский. Меритинский, да. И сулугуни. Сулугуни. Колодка и солнце, понимаете? Это же надо такое придумать. Им уже на самом деле в духовке нужно сколько? 5 минут? 10. 10 минут. 10-15 минут. Класс. Максимум. Чтобы много теста не было. Да. Отрізаємо. А ще відрізати це потрібно? Щоб лишнього не було. Викладаємо хачапурі у розігріту до 180 градусів духовку і чекаємо 10-15 хвилин. А, готова, от вона вже. Да. Беремо яйцо і говоримо, що сонечко нам було, обов'язково. Да. І додаємо посередині жовток.
Вот так вот, да? Так. Ну, красиво так вообще. А маслишь? Берем масло. Да. Один кусок с этой стороны, другой кусок с этой стороны. Потом класс! Вот это чудо хачапури! Этот я попробую, а вот следующий, который у нас печется, отвезу Иракли и его подруге. Надо разболтать яйцо. Вот так вот прям я делаю? Да. Правильно. Так, значит, вот так вот. Макать вот, и кушать. Вот, конечно, работка у меня не пыльная, скажу вам так. Приятного аппетита. Спасибо. Сейчас, секунду. Надо тячу аппетит, то сказать. Угу. За мир и за дружбу. Прекрасно. Солнце, лодочка. Ну, что еще для счастья нужно? Дай Бог. Соскучился. Чачу не брала я с собой. Я увидел хачапури, да. Чача мне не нужна уже. Мой день удался. Ну, тогда я возьму хачапури со мной и приготовлю что-нибудь тоже вкусненькое. Клас, а хорошо. Іди готов. Ділитися секретами при чоловікові? Навіщо? Моя Profession таємно поспілкувалася з Альоною і дізналася абсолютно про все. Зокрема, про знайомство з батьками Іраклі. Первое, что я пришла, я помню, когда домой, это Анелли. Мама Иракли говорит: так, все, Алена, идем на кухню готовить печенку с картошкой. Для меня это была, наверное, да, как какая-то проверка. Я так сразу ножик, картошка, и думаю, блин, что делать? Насправді виявилось, що мама Іраклі обожнює готувати. І таким чином почала передавати досвід своїй майбутній невістці. А давай турецький кофе я тебе научу варити. Вот эта пеночка, ее так нужно в этой турочке. Но обійшлось без цікавих історій з дитинства та сімейних фотоальбомів. Боже, там Іраклі такой юний маленький мальчик, такой вообще худенький, такой маленький. Ну, вообще смотрела, даже, ну, как бы не узнавала его. Батьки Іраклі намагалися зробити все можливе, аби Альона почувала себе як вдома. Тому щоразу до Грузії дівчина повертається з величезним задоволенням. Девушки, я приглашаю вас за стол. Пойдем. Прошу вас. Будем испытывать наши бедра. Да. Будете оценивать завтрак грузинского мужчины. О боже. Как так, красиво. Очень красиво. И самое главное, что очень много всякой разной еды. Да. Я, в общем, начинаю есть уже. Не знаю, как вы. Смачного, да? Смачного, дякую. А как на грузинском? Приятного аппетита. Гамут, да. Грузинская кухня становится популярной. Я в Европе как бы встречал во многих уже странах. В Испании, в Италии тоже есть рестораны грузинские. Mm-hmm. Я знаю, что у вас тоже они очень популярны. Ой, да. Я тут очень часто туда хожу. Класс. То есть Иракли со своей любовью можно встретить в таких грузинских ресторанах, ну, конечно, но в Киеве. Конечно. А в Грузии мы ходим в украинские рестораны. Да, у меня есть там? Конечно, да. Там есть один очень классный ресторан «Хуторек» называется. Ой, и неделя не проходит, чтобы там пару раз я туда не пошел. Очень вкусно. Какой-нибудь готовят. Борщ, да, или во что-то борщ такое. Борщ обязательно. Да. Борщ та хачапурі – смачно, однак досить калорійно. Тож Іраклі щодня проводить 1.5-2 години у спортзалі, а коли приїжджає до Києва, увесь свій вільний час присвячує новому захопленню. Мы сейчас находимся в экстрим-парке. Здесь я занимаюсь вейкбордом. Сегодня будем прорабатывать прыжок в первый раз. Пока я тут сижу и прохлаждаюсь, отдыхаю, дышу свіжим воздухом. Іраклі все ніяк не вдається здійснити задумане. Однак він, як справжній грузин, сам собі пообіцяв зробити стрибок, а потім і Альону на вейкборд поставити. Сьогодні ти можна сальто робити. Що, Іраклі? Да. От я договорив, вона з першого разу одразу стала. Талант не теряється. Так і має бути у щасливих стосунках. Вона найкраща, а він молодець. Ох уж этот Іраклі, його рельєфний торс сводить на всіх з ума. Дівчатки, не здавайтесь. Якщо ви хочете упругий животик, далі буде тільки інтересніше. Інна Нілова – інструктор йога-23 за системою Сідерського. Досвід роботи – 30 років. Улюблений вислів – нема меж для вдосконалення, меж просто нема.
укладываемся на спину. Обязательно прижимаем поясницу. Поясницу прижимаем. Присогнули колени и проверьте, постоянно держим прижатой поясницу. Руками вытягиваемся вверх, свели ладони. Тянемся вверх макушкой, ушами стараемся коснуться рук. Выпрямляем ноги и поочередно опускаем одну, другую. А теперь руками опустились за голову. Подняли руки вверх, правая, левая. Опустили руки за голову. Самое главное в этом упражнении, чтобы ваша поясница была максимально внизу. Это первое упражнение, которое что делает? Вот конкретно... Мы работаем с одной единственной мышцей брюшной. Вот, все, весь живот. Совершенно верно. Весь этот такой дребезжащая желешка у нас уходит, дай бог, за эту зиму. Мы о ней забываем. Да. Следующее упражнение. Садимся, руками поддерживаем себя, выравниваем спину. Да. Не скругляем ее. Нет, я выравниваю. Вытягиваемся. Мы поднимаем одну ногу. Кладем ладони на затылок, не сплетаем пальцы, просто ладони на затылок, а локтями растягиваемся в стороны. Скручивание в одну сторону, в другую. Боже, я первый раз это повижу, мне уже поменяли больно. Поменяли ногу в одну, в другую. Поменяли в одну, подождите, в другую. Знаете, как говорят, все гениальное просто. Это мы, по-моему, делаем вот эти мышцы. Это косые мышцы, да. Косые мышцы – это те, которые делают нашу талию красивой. Совершенно верно. И третье упражнение. Прямые ноги, стопы на себя. Ставим ладонь посредине бедра. Не рядом с тазовыми. Посредине не под плечами, посреди бедра. Да. Оттолкнулись. Поднимаем таз. Это может быть трудно. Вы меня так компрометируете. Это что ж такое? Можем тогда опереться на кулаки. Давайте, а мы можем так немножко... Нет. Опачки, разом. А мы опираемся. Я это готова. Не все. А это не это мы, да, мы не закончили. Мы поднимаем одну ногу какой выше ног? Уровня стопы, другую. Блин, судорога схватила, кажется, по-моему, за язык. Здесь работает пресс, работает спина, руки, ноги. Результат будет через 4-6 недель регулярных занятий. 4-6 недель уже что-то там будет вырисовываться. Ощущение, что там вырисовывается, у вас появится после первого же занятия. Ин, спасибо вам огромное за тренировку. Но пожалуйста. Я бы вас очень попросила показать результат ваших трудов. Прошу. Прекрасно. Далі у «Моя профешн». Чи продюсуватиме Іраклій Макацарія у кіно власну дівчину? Паблашек не буде, да. У чому секрет сяючого обличчя Альони Леси? Дівчинка без макіяжу – це, звісно, немного стрес. Та як саме Іраклій підкорюватиме фешн-індустрію? В Індії не просто так турист или там медитируешь на солнце или на луну, там куда еще люди медитируют, а действительно по делу, по работе. И изначально твоя вообще профессия, твоя муза и вообще муд, все это вместе, это продюсирование. Да. И вы серьезно в Болливуде сейчас снимаете фильм? Мы не в Болливуде, мы снимаем фильм для Болливуда в Грузии. У 2013 році Іраклій Макацарія заснував продакшн-компанию «Мак Интертеймент». Когда у нас были съемки в Грузии, Иракли очень помогал техническим обеспечением, связями, контактами. То есть помогал ориентироваться на той местности, которая ближе ему. Да он горит этим. Он горячий мужчина, который горит своей работой. Мак Интертеймент – перша компанія, що почала працювати з Болівудом і відкрила грузинський ринок для зйомок реклами та кіно. Я бачу, як йому це подобається, як він переживає, і як у нього, якщо не виходить, як він це переносить, як він нервничає. Звісно, непросто це бізнес продюсування і взагалі кінопроизводство і телепроизводство, але я думаю, у нього все вийде. А от що стосується Альони, ведь дійсно, у нього смугла кожа, вона брюнетка, длинноволоса, висока, що немаловажно, шикарна улыбка і гноголи. Голубые глаза. Да. Это же вообще, знаете ли, очень редко встречается. Редкость, да, ладно, блондинка с голубыми, хотя тоже, знаете, ничего.
Но это большая редкость. Да. Поэтому у вас не было такого, знаете, домашнего разговора за чашечкой чая. Вот типа, дорогой. Я знаю, куда этот разговор. А не хотела ли бы ты меня немножечко как бы спродюсировать в кино? Как раз вчера мы говорили об этой теме в машине, когда ехали на пресс-конференцию. Честно, если бы Ираклий вот пригласил бы там меня сниматься в кино, я уверена, что я бы выучила, знаешь, как приходят на кастинги, учат какие-то там реплики. Я бы хотела прийти вот так, как все. Простоять в очереди, потом дождаться своего. Ну, без очереди либо пропустим, но... Вот, именно... Хочется попробовать. Конечно. Ну, мне бы хотелось бы попробовать. Что касается Алены, мне сложно сказать, есть ли у нее какие-то актерские способности, потому что то, что я видел, это была не игра, а реальная жизнь. Я думаю, что у нее есть точно шанс сделать карьеру фотомодели. Или модели в одной из восточных стран, потому что у нее невысокий рост, у нее очень подходит к этому внешность, и мы всегда открыты к сотрудничеству, мы уже с ней обсуждали кое-какие моменты и готовы помочь. Уверена, что вы, как и я, заметили сияющую кожу Алены Лейсек. Естественно, я не могла не обратиться к самому лучшему визажисту страны для того, чтобы узнать самые важные секреты макияжа для лица. Марина Борщевська – зірковий візажист. Досвід роботи понад 20 років. Улюблений вислів – «Я люблю те, що я роблю. І я роблю це з любов'ю». Дівчатки, якщо ви думаєте, що не нанеся базу, ви доб'єтесь ідеальної рівності, ідеальної плотності, ідеального тону лиця, ви глибоко ошибаєтесь. База – це те, що виравнює структуру, текстуру кожи, от верхній слой. Правило номер один в идеальном тоне – это база. На самом деле, количество ее, вот нужна маленькая горошинка, не больше. Вот когда вы нанесли базу, вы должны почувствовать эту бархатистость. Рука должна скользить везде. Это говорит о том, что кожа подготовлена к нанесению тона. Однак для закрепления эффекту треба зачекати кілька хвилин. И теперь самое главное – это тон. Да, наносят тон в основном все вот так руками. А потом еще, знаешь, если выдавила много из баночки, его же жалко, уже добро попадать, не придется размазать все, и тончик получается прилично таким такой, слоем. Такой, как телевизионный, такой грим. А потом эта девушка смотрит на себя в зеркало, что-то у меня тут морщины, у меня тут складки, мне не годится, тон плохой. Не умеешь краситься, сиди в сторонке. У меня есть специальная для этого кисточка, вот если вам интересно, она должна быть вот такая двухфазная, да? Вот этот невидимый тонкий слой можно нанести только такой кистью. Вот смотрите, я выдавливаю немножко крема, и вот так вот кисточкой немножечко подтягиваю крем, равномерно наношу ее на кисть. Движения очень простые, я едва прикасаюсь кисточкой, да? То есть я скольжу по коже. Как мне в детстве говорила бабушка, Лена, если будешь красить губы, то в 20 лет у тебя будут синие губы от помады. Это все ложь, это неправда, и они синими не будут. Они синими могут быть, конечно, от других вещей, но точно не от помады. Кстати говоря, степень нажатия на кисть определяет тонкость слоя тонального крема. Если у вас какая-то зона проблемная на лице, надавите на кисточку сильнее. Угу. И тогда эта зона более плотным таким тоном покроется. Когда вы наносите тональный крем, вы обязательно должны спуститься вот сюда на шею. Вы обязательно должны сделать мягкий и плавный переход от лица к шее. Правда, девушка без макияжа – это, конечно, немного стресс. Нет, девушка в любом случае должна делать себе немного антураже. Никогда тональный крем, пудры, все тяжелое не наносится в зону очков, так называемых, да? Тон – это слишком тяжелая текстура для этого места. Тому для очей потребен специальный консилер. Наносим с вами несколько штрихов под глазки. И потом дальше подушечкой пальцев распределяем. Вот зона, о которой мы говорили, это зона работы консилера. Все дело в технике. Завершальный этап – минерально-рассыпная пудра. Чем мягче будет кисточка, тем тоньше будет слой этой пудры у вас на лице. Получен секрет. Ее нужно очень мало. Это просто такая легкая, нежная, прозрачная вуаль, которая просто закрепляет тон. Для того, чтобы ваш тон на лице и вообще лицо казалось таким светящимся, прозрачным, таким наполненным энергией. Да, и как будто тебе 20, и ты вегетарианец 15 лет. Я добавляю такой перламутровый пигмент. Совсем капочку. Опять же, если говорить о пропорциях, это должно быть там 1:10, не больше. Відтепер усі секрети створення сяючого обличчя розкриті. И на этой приятной ноте мы заканчиваем сегодняшний курс удивительной истории идеального лица.
Не продюсуванням єдиним захоплюється Іраклій. Віднедавна він вирішив підкорити і фешн-індустрію. О, какой чудний піджачок, а можна на його посмотреть? Да, можна. Это как раз вот сейчас я привез только два костюмчика, которые вот наша Теко Гелашвілі. Ми з нею вместе прорабатываем мужскую коллекцию. Теко Гелашвілі – грузинська дизайнерка. Переможниця B-Next Fashion Design Contest 2016. Наразі проходить стажування у Мілані. Одяг від Теко лаконічний, елегантний, з футуристичними елементами. Какое красивое платье! Это очень красивая одежда. Это прям фарб-карта такая, сделана из всех цветов радуги. Да, прям интересная идея, просто восхитительно. Да, а это тоже такое часть этой коллекции, которая была. И саме ці дві сукні Іраклі привіз Альоні для червоної доріжки Одеського кінофестивалю. Однак не вгадав з розміром. Дівчина змушена була шукати пристойну заміну. І реакція ЗМІ на вигляд Альони виявилась зовсім неочікуваною. Для меня это было, конечно, вау. Думаю, первый раз побыла на таком огромном мероприятии. Это мечта. И тут попасть в тройку, да, девушек самых лучших платьев на красной дорожке на открытии Одесского кинофестиваля. Проте найголовнішим для Альони було почути приємні слова від коханого чоловіка. Іраклі не часто говорит комплименты. Ну, я видела по реакции, что ему понравилось. Он был доволен. А ще Іраклі був задоволений тим, що його перший дефіле у костюмах з власної колекції пройшло на червоній доріжці кінофестивалю. Виходить, що це повністю розроблено з тобою вместе, да? В основному буде женська колекція з маленькими тавочками мужської колекції, які обов'язково я з моїм вкусом буду приймати участь. В Україні очень специфічний вкус в одежді людей, особливо у мужчин, да? Вот, но я думаю, что все будет здорово, что все зайдет, потому что мужчины сейчас намного больше, чем раньше, придают внимание своему внешнему виду. У нас сейчас мужчины выглядят круто. Хочешь выглядеть так же стильно, как Ираклий Макасария? Серж Смолін поможет тебе подобрать базовый мужской гардероб. Серж Смолін – український дизайнер. Досвід роботи понад 20 років. Улюблений вислів – «Я роблю це краще за всіх». Что должно быть у мужчины в гардеробе 100%? 100%. Мы говорим про чиносы. Хлопковые брюки, которые кроены как джинсы, но не джинсы. Они очень приятные к телу, они очень комфортабельные в носке, они очень удобные в уходе, в стирке. Хорошо будут выглядеть и кэжуально, и в том числе с пиджаком. Два базовых синих цвета. Угу. Гладкий, да. Однотонный и с рисунком. И мы берем еще цвет хаки. Так, цвет хаки, прекрасно. Да, хаки всегда такой вот неформальный. Вот он. Ух ты, вот это красиво очень цвет, вот, конечно. Вот он такой ненавязчивый, он спокойный. Голубая рубашка. Боже, вообще, какая рубашечка красивая. Смотри, белую рубашку ты можешь не иметь, но голубую обязательно. А если мы сюда и выберем еще красивую... Я прям влюблена в эту интересную... Красивую обувь. Ну вообще, смотри, ну просто идеально. Да, это будет шикарно. Вот такой вот пиджак. Вот такой пиджак, боже, marry me. Прекрасно, смотри. Очень, очень красиво. Сюда же будут хорошо и синие чиносы, и гладкие однотонные, да, да. Вот, и рисунчатые пижонские. Многие мужчины в Украине, они не готовы к этому, потому что они думают, что в пиджаках нужно ходить или в ЗАГС, или разводиться, или, значит, за кредитом в банк, чтобы 100% поверили, что деньги есть. Почему нельзя на самом деле это внести в свой настоящий нормальный гардероб? Выглядит секси, лощено. Это же так хочется девушкам. Есть прекрасный вид одежды, который называется как? Поло. О, поло, я помню такой значок. Там мужик на коньяке с этой клюшкой. Это стиль в одежде. Это элегантно и в то же время удобно и кэжуально. Это такое с Англии, наверное, чуть-чуть. Конечно, конечно. Аристократы. Аристократы такие. Немножко Кембриджа, денежек побольше. Это более спокойный вариант. Он полностью синий. Он точно так же хорошо нам подойдет с синими чиносами, с гладкими чиносами. И точно так же из хаки. Цвет бордо с синим носить категорически запрещено. Но посмотри, как красиво это смотрится с хаки. Боже, какие... Ой, посмотри боже. По сочетанию. Угу.
Самое главное сейчас лежит перед нами. Это то, что должно быть у парня, а мужчины в гардеробе. Итак, у нас 3 пары брюк, 5 штук рубашек, либо поло. И король находится у нас в центре. Конечно. Вообще, все вещи можно носить вот так вот, перемешивая. Угу. Вот, и ты каждый день будешь выглядеть по-другому. А, и еще 2 пары обуви. Пусть босиком ходят, хватит с них уже. 2 пары обуви. Да. А, кстати, по поводу чудесных, абсолютно обворожительных платков. Как его сюда уложить? Значит, я кладу так, нахожу серединку, центр. Сдернула. Да. Сделала вот так вот. И... как бы вот так, и все. Все, он у тебя уже внутри. Ну, мне так нравится, когда мужчины одеты. Почему же они плохо одеваются? Я готова здесь жить. Я готова на все. На кастинг я иду. Кастинг, одежда. Одежда. Еда есть. Осталось, наверное, отдохнуть хорошенько, да? Отдохнем еще раз в Батуми, потому что, как сказал наш друг в Батуми, Украина — это хлеб, а Грузия — это вино. Спасибо за прекрасный завтрак, за прекрасную еду. И я уже не буду вас отвлекать. Их мы тебя проведем. Спасибо. Да. У наступному выпуску «Моя профессион». Это концепт передачи такой. Что я говорю, ты должна делать? Да! Спорт у Лишко с девушкой-блондою. Привет. Пшеничные медальоны та одяг у стиле фэшн-рок. Чтобы не казаться жлобихой, выбираем самые потрепанные джинсы. Ага. Экстремальные хобби та відверті истории Дана Балана. Какой должна быть девушка Дана Балана, которая могла бы зацепить его сердце? З вами була я, ваша девушка Блонда, і це моя професіон. Далі буде тільки найцікавіше.